Привет, друзья! Приближается 14 февраля. Кто-то празднует День влюбленных, кто-то нет. Но сердечки сами по себе всегда актуальны, поэтому я хочу вам показать, как сшить вот такой самый простой блок сердечка. Он шьется очень просто, и я вам покажу, как его можно сделать любого нужного вам размера. Давайте посмотрим внимательно. Сам этот блок, если не считать вот окантовку, он квадратный. Для этого нам понадобится два прямоугольника вот здесь. Смотрите, я буду шить побольше теперь сердечко. Мой блок будет размером 20 на 20 сантиметров, не считая вот этих полос, которые окружают сердечко, сам вот этот квадратик. И чтобы его сделать, нам нужно два прямоугольника. Делим 20 пополам, это будет 10 и 10, и в длину 20. И еще необходимо прибавить припуски. Вы можете брать любые размеры свои, к ширине и к длине прибавляем по 1,5 сантиметра. То есть у меня получается 11,5 в ширину и 21,5 в длину. И, соответственно, этот точно такой же. Теперь нам нужно еще выкроить два больших квадратика вот этих фоновых. Квадраты такого же размера, как ширина прямоугольника, то есть 11,5 сантиметров, вот так, и 4 маленьких квадратика шириной как половина нашего прямоугольника, то есть 5,5 сантиметров. Вот у нас здесь 5,5, 5,5, вот так они укладываются сюда ровно, и здесь. Теперь возьмем линейку и маркер, либо карандаш. И на квадратах, на изнаночной стороне, вот у меня лицевая сторона, это изнанка сверху, проведем линию из угла в угол. Вот таким образом. Как угол сердечка расположен, так мы проводим линии. И наверху мы проводим линии тоже вот так и вот так. Можно сначала провести линии на квадратиках и потом их уже положить на прямоугольники, совмещая все срезы. Вот. Теперь что нам остается сделать? Проложить строчки ровно по линиям. Вот здесь поправим, чтобы все три стороны совпали. Можно здесь булавочкой приколоть большой квадрат, чтобы не сместился во время шитья. И маленькие квадратики точно так же проверяем, чтобы они были ровно расположены, и прокладываем строчку. Лучше начинать не от уголка строчить вот здесь, не отсюда, а вот с ровной стороны, чтобы у вас не заживала машина уголочек. Вот начинаем отсюда, прокладываем строчку, и здесь так и так, и на второй стороне делаем то же самое. Вот я проложила строчки. Теперь возьмем линейку и нож, либо ножницы, и на ширину 7 миллиметров вот эти ненужные краешки отрежем. Теперь нам понадобится утюг. Отгибаем каждый уголок, приутюживаем его. И большой тоже. И со второй деталью делаем то же самое. Аккуратно не тянем, просто отогнули. Подержали. И здесь также. Все, две половинки сердца готовы. Осталось сложить их лицом к лицу друг с другом. Вот здесь, получается, у нас есть две точки, которые нужно совместить. Швы вот эти накладываем друг на друга, смотрим в торец, чтобы они сходились. Вот здесь на ширину 7 миллиметров держим пальчиком и открываем. Видите, швы сходятся, значит, мы берем в этом месте
фиксируем булавочкой. И здесь тоже уголочек у нас должен быть острым. Вот так фиксируем. Ну и можно в центре тоже заколоть, чтобы ничего не сместилось. Все, сшиваем. Ну вот, само сердечко наше готово. И добавим к нему полосы вот эти. Видите, здесь еще при пришивании полос вот этот уголочек срезается и становится не таким острым. На маленьких размерах получается вот здесь более округлое. А здесь, если мы вот так закроем, видите, все равно такой остренький уголок. Чтобы была верхняя часть более округлая, вот эти вот квадраты можно делать меньше, чем половина. Допустим, у меня здесь 5,5, можно было сделать квадратики 5×5, и тогда здесь бы у нас получился менее острый угол, и примерно вот такая конфигурация была бы сердечко более округлое вверху. Ну, я добавлю сейчас полосы по периметру, чтобы это была у меня заготовка для какого-нибудь изделия. Вот такое получилось у меня сердечко. Я здесь добавила полосы по 7 сантиметров шириной в крое. Здесь шов разутюжен. И блок готов к дальнейшему перевоплощению в какое-то изделие. Кстати, про изделие дальше я вам покажу примеры квилтов из таких блоков. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока, до новых встреч и ставьте лайк.